Опять у нас произошло ЧП в Черном море, в Керченском проливе, недалеко от мыса Железный Рог, это в районе порта Тамань. Загорелся танкер, на котором находилось более 700 тонн мазута. Танкер шел под флагом Коморских островов, и он принадлежит Великобритании. На судне находился экипаж из россиян, их уже успешно эвакуировали. И из Новороссийского порта на место происшествия были направлены два аварийно-спасательных судна, спасатель «Демидов» и «Меркурий». На данный момент пожар уже потушен, и танкер находится на якорной стоянке. Также стало известно, что возгорание произошло в машинном отделении судна, и следов поступления в воду какого-то загрязнения нет. Но вы заметили, насколько часто стали происходить такие ЧП в Керченском проливе? Недавно увидела в интернете, кстати, карту, где была показана загрязненность Керченского пролива, так вот наибольшая загрязненность именно около порта Тамань. Это заставляет задуматься. Будем следить за ситуацией, что будет вообще дальше.